Приветствую вас, Анастасия. Характер. Вы пишете, что хотите изменить свой характер. А характер меняется посредством личностного роста. То есть именно личностный рост необходим для того, чтобы изменить характер. А личностный рост нужен для этого. Это определенное личностное развитие. Это определенно такое можно сказать, что это определенное движение. Это определенное движение в сторону переосмысления тех моментов, которые которые вы считаете для себя важными. Это переосмысление тех аспектов, которые вам представляются значимыми. И соответственно, движение в этом вот направлении. Движение именно вот. То есть это вот то, что то, что называется личностным ростом. Это комплексная работа по корректировке тех вещей, на которые вы сейчас обращаете свое внимание. То, что вы считаете для себя значимым, к примеру. Дальше. Я слишком стеснительный и боюсь отвечать людям на их уколы. Смотрите. Вы говорите про стеснительность свою. Стеснительность — это довольно интересный момент, да? То есть я имею в виду сам факт стеснительности. Это довольно интересный момент, потому что вы себя подавляете, стесняясь, вы очевидно испытываете стресс, то есть стыд, простите, стесняясь, вы испытываете стыд. А стыд — это несколько неадекватные требования к себе. То есть проблема здесь в этом заключается. Основная проблема заключается в этом, в том, что вы чувствуете, что требуете от себя, и требуете от себя, многого требуется от себя. Очень многого. Это важно. Это важно. Почему это важно? Потому что требования, они в общем и целом должны быть соразмерно тому, что представляют из себя ваши способности
ваши возможности, а в данном случае как бы об этом речи не идет, о том, что требования соответствуют. Вот. Ну, понятно, что стыд это также повторение. Стыд это также повторение вот тех моментов, которые вы, грубо говоря, переняли от своего окружения. Ну, в частности, например, от своих родителей. Вот именно что переняли. Именно что переняли от своих родителей. Например, ну, от родителей, от других значимых фигур. А это вот то, что касается, собственно говоря, стыда. То есть, если я стыжусь, значит, я не принимаю каких-то моментов, вот, связанных с собой, с собой. И в этом одна из ключевых трудностей, ключевых проблем включает ваших проблем. Дальше. Не менее значимая история. Не менее значимой историей является то, что вы реагируете болезненно на уколы. Вот. То есть уколы могут вас задеть в этой ситуации. Это тоже достаточно важный момент, потому что необходимо понимать, как конкретно уколы вас задевают. Чем они вас задевают и так далее. Это довольно значимый момент, потому что вы переносите ответственность за за укол, получается. За то, что вам как-то вот болезненно воспринимать то, как реагируют на вас другие люди, да? Вот. Вы переносите это по факту на себя. То есть люди как-то на вас реагируют, вы это переносите на свой счет, на свой адрес. Вот. А это, ну, позиция не самая, мягко говоря, для вас позитивная и корректная, потому что то, что вам кажется вот, неприятным, да, то, что вам самой кажется трудным, то, что вы сами воспринимаете болезненно, вот,
С этим, по факту, вы ничего не делаете. А тут только лишь вот хотите реагировать. Как-то на людей, которые вам причиняют боль, ну, образно говоря. Вот. Это, конечно, позиция, достаточно сильно делающая вас уязвимым. Вот. Поэтому крайне важно определить, что именно вас задевает. Крайне важно определить, как именно задевает вас вот, то, что люди, например, вас укалывают, как вы говорите. Вот. Это тоже очень такой важный, ну, важный достаточно момент. Вот. Соответственно, на него необходимо также обратить внимание. Дальше. В компании я молчу, не знаю, про что заговорить. Это вопрос в большей степени ваших интересов, это вопрос в большей степени того, что вас интересует, это вопрос в большей степени того, что вам нравится, это вопрос в большей степени того, насколько вы уверены в себе и в своих, собственно говоря, интересах, да, потому что если вы вот в своих интересах как раз таки не уверены, то ситуация будет складываться достаточно негативно для вас. Вот. Этот момент тоже, на мой взгляд, нужно, ну, этот момент тоже, на мой взгляд, нужно поисследовать. Вот. Потому что если вы не уверены в себе, если вы не уверены в том, что ну вот, о чем, допустим, хотите разговаривать, вот, то диалог, конечно, получится, мягко говоря, не самый лучший у вас. Дальше, друзья, толком и нет, я слишком скрыто и скучно. Ну, это вы говорите больше, на мой взгляд, про стыд. Вы говорите, на мой взгляд, больше про стыд, про чувство именно стыда. Скука — это подавление. Подавление, ну, ваших эмоций, сколько это подавление ваших чувств, вот, сколько, к сожалению, вот про это. Если вот вы, ну, если вы говорите, что вы скучно, да, то скука, вот больше про это.
именно про вот про подавление себя. Короче говоря. Так что здесь опять же работа в направлении раскрытия того, что вам важно, работа в направлении, ну, может быть, корректирования того, что вам, того, что вам ценно. Вот. Такая вот история. То есть, ну, в этом направлении, я думаю, вам имеет смысл двигаться. Вот. Понимаете, да? Дальше. На детские слова людей в мою сторону я просто молчу. Ну, опять же, вот тут такой достаточно важный момент, да, что вы понимаете под детскими словами и почему люди, ну, вот, собственно, ну, пишут, говорят вам что-то детское, да, то есть именно вам, хотя вы вроде как молчите, да, и вообще ведете себя довольно пассивно. Тут получается, что здесь, возможно, вы неосознанно проецируете на людей что-то свое, и это вызывает у них агрессию. Вот. То есть это очень такой, да, довольно деликатный этот момент, потому что, ну, ну понятно, что вы это делаете, в принципе, не специально, да, вот, но, как бы, тем не менее, ситуация, вот, она такая, и с ней нужно работать, ее нужно, ну, принять, эту ситуацию. Боюсь ответить, просто не знаю, что ответить. Но, опять же, это родом из, вероятно, семьи, вот, такая реакция, то есть, такой ступор, да, и зажим. При агрессии страх — это, ну, подавление агрессии. Вот, то есть вы склонны вот к тому, чтобы подавлять в себе агрессию. Вот, а здоровая агрессия — это хорошо. Вот. Но вы считаете, что как раз таки здоровая агрессия — это, ну, вы считаете, что агрессия — это в любом случае плохо. Вот. Соответственно, это очень негативно сказывается на вас, да, ну, достаточно негативно сказывается вот на том, как вы себя ведете, это негативно сказывается на том, как вы, значит, ну, к себе относитесь, да, это негативно сказывается на ваших, ну, на том, как вы взаимодействуете вот с другими людьми. Вот. Так что здесь я бы сказал, что как раз таки нужна работа со здоровой агрессией. Чтобы именно здоровая агрессия имела возможность себя проявлять.
Вот, чтобы вы не ограничивали в себе агрессивность, как вид, да. Далее. Меня это напрягает, я разъясняюсь с парней, боюсь одной пройти с компанией, те же парней, которые будут смотреть на меня. Ну, тут очень важный момент заключается в том, чего конкретно вы боитесь. Именно вот конкретно чего вы боитесь, конкретно чего вы опасаетесь. Вот, потому что вы не раскрываете, ну вот этих моментов, вы не раскрываете того, чего боитесь. А момент это очень, очень важно. Потому что вполне вероятно, что страх это про ваши желания, это про ваши потребности, это про то, чего вам хочется. Вот. Но вместе с тем про то, что вы себе там, ну, к примеру, запрещает. То есть вам этого хочется, но вы себе это запрещаете. Вот. То есть тут вот обязательно этот момент нужно учитывать, если мы говорим с вами про страх. Да, то есть с одной стороны страх это угроза. Вот, а с другой стороны это то, чего вы, может быть, хотели бы, это то, чего, может быть, то, вот, к чему, может быть, вы стремились, стремитесь, точнее. Вот, но чтобы себе запрещать. Вот. Ну вот подобно такая двоякость, да, двоякость ситуации, она вот требует, конечно, ну, своего корректирования, вне всякого сомнения. Вот. Следующее, я думаю, можно отнести и некую такую идеализацию мужчин. Скорее всего, имеющую место. Скорее всего, имеющую место. Вот, то есть идеализация мужчин. Ну, здесь я имею в виду то, что вы чересчур много значения, может быть, придаете мужчинам. Вот, чересчур много значения придаете именно вот мужчинам. Вот, вследствие чего мужчины приобретают для вас, ну вот, такой куда больше по значению акцент, чем на самом деле они этого заслуживают. Вот. И это является проблемой, потому что вас это, попросту говоря, путает и мешает. Вас это сбивает с толку, вот, не дает вам, значит, по сути дела, быть собой, не дает. Вот. И
Это, в общем и целом, на мой взгляд, является проблемой. Вот. На мой взгляд, это является проблемой, потому что вас это вот попросту говоря, вас это делает не свободно. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Опять же, все это, в принципе, все это корректируется. Вот. При вашем желании, вот, все это корректируется. Ну, главное, чтобы желание это у вас было. А дальше, я не знаю, что мне делать, как измениться. Здесь такой вопрос у меня к вам возник. А почему вы решили, что вам вообще нужно меняться, да? То есть, ну, вот с чего вы решили, что вам вообще нужно меняться? Почему вы считаете, например, что, ну, допустим, можете вот оставить ситуацию, допустим, как есть, да, то есть вот, почему обязательно вам вот прямо нужно меняться, да, то есть вот именно прям нужно меняться, вот. Это очень важный тоже аспект, потому что он также, на мой взгляд, делает вас несвободным. То есть вы не принимаете себя такой, какая вы есть, вот, вы игнорируете себя, вот, и, в общем-то, это вливается только вот в негатив, для вас один сплошной негатив. Ну, а общение с людьми, которое у вас могло бы быть хорошим, которое у вас могло бы быть естественным, да, вот, становится настоящим испытанием, становится пыткой, вот, и, в общем, опять же, ничего хорошего из этого не получается, ну, в общем, и не может, наверное, получиться, потому что, ну, откуда и как, да, может получиться что-то хорошее, если постоянно вы в напряжении, что не принимаете себя. Дальше. Хочу стать смелее, не бояться заводить на гонках и звучать на угол, не знаю, как себя изменить. Ну, как раз таки, это работа по принятию себя, потому что уколы, они свидетельствуют о том, как раз, что есть некоторые вещи. У вас есть некоторые вещи, по которым вы не сформировали отношения. И эти вещи вас задевают. Ну, задевают вполне, к сожалению, естественно, потому как если человек к чему-то отношения не сформировал, да, вот, то, естественно, будет, ну, такому человеку будет тяжело, вот. Поэтому здесь, в принципе, все логично, здесь все
Понятно. Но то только вот вы считаете, что должны стать какой-то другой. Нет, не должны. Дальше. Прошу, подскажите, как мне поменяться, перестать бояться большинства на свете, не бояться отношений с парнями, не быть отстраненными. Ну, здесь, опять же, я могу сказать, что обязательно лишняя граница, что вы боитесь близости. Вот, необходимо развивать и продвигать свои личные интересы. Вот, то, что, ну, вот, вас, по сути, увлекает, то, что вас привлекает, то, что вам нравится, вот, то, что вам интересно, то, что вас воодушевляет, то, что вас вдохновляет, то, что наполняет вас эмоциями, это необходимо приумножать, это необходимо продвигать. Вот. И тогда ситуация будет гораздо-гораздо лучше, нежели чем это выглядит, ну, это выглядит сейчас. Гораздо лучше, вот, нежели чем вот сейчас это, ну, происходит, по сути, по факту. Вот, это очень тоже такой важный, на мой взгляд, момент. Дальше, значение парней для вас, то есть это вот нужно разгрузить значимость мужчин, потому что сейчас они для вас, ну, прямо очень сильно значимы, и вряд ли, вот, ну, вряд ли, просто вряд ли вы могли бы ну, вряд ли вы могли бы на мужчин, да, сейчас смотреть по-другому, потому что слишком много связано у вас с ними. Вот. Слишком много. Ну, слишком много всего связано у вас с ними. Вот. Это, в общем-то, большая трудность при вот при построении отношений. Потому что отношения, ну, гораздо легче выстраивать, когда люди, ну, меньше заинтересованы, ну, во взаимодействии, что ли, когда люди меньше нуждаются во взаимодействии, что ли. Ну, вот. Такой момент очень важен. Вам, конечно, это очень тяжело, потому что мужчины для вас значат слишком много. Вот, ну, чересчур много мужчин. Вот. Поэтому, если вы разгрузите значимость мужчин, то ситуация сразу же улучшится. Вот. Ну, а дальше ситуация только вот корректировать уже, ну, исходя из ваших вот проблем, исходя из ваших трудностей, исходя из тех конфликтов и противоречий, которые у вас имеют место быть. Вот. Я думаю, в принципе, такой ответ можно вам дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.